all crossed up. Yeah. Get this girl off. До конца 40 секунд, счет 3-4, ведет боец с синим поясом. Не эффективно, что здесь важно. Все важно. Спортсмены ушли все. Спортсмены. Волонтеры, уберите, пожалуйста, всех лишних. Продолжаем. Еще один балбайт со синим поясом. Еще один балбайт со красным поясом. Балл красный, да, разрушился. Стоп. Балбайцу с синим поясом. В этой встрече счет 4-6. Победу по баллам одержала боец с синим поясом Харламова Анна, спортивной школы Виктория. Два балбайца с синим поясом, серия удара. Подергай, погачай, встречать надо вот здесь. Отвечай, повалил ответ. Хорошо. Балбайцу с синим поясом. Замечание, бойцы с синим поясом. Работа. На ковер приглашается Сапожников Радмир Нижневатов, Бунтин Максим, спортивная школа «Прогресс». Готовится Нестеренко Ксения Курская, Филиппова Анастасия, спортивный клуб «Авангард». На ковре боец красным поясом Сапожников Радмир Нижневатов. Камера начинает. Включи техническую ремонт. Боец с красным поясом. Хорошо. Боец с красным поясом. Боец с красным поясом. Боец с синим поясом. Давай. Первый номер, прям работаем. Руки выше подними. Боец с синим поясом. Вот здесь, да. Вот здесь, да. Отсекай. Вот так, два. Два балла. Синим поясом, да, балла. Синим поясом, за кормом. За кормом. Себя встречай. Вот здесь встречай, на раз, сам придет. Где балла? Давай. Балбайцы с синим поясом встать держание. А чё, балл? 10 секунд удержания. На ковре боец красным поясом Сапожник Радмир Нижневатов, боец синим поясом Бунтин Максим, спортивная школа «Прогресс». Боец с красным поясом объявляется замечание за опоздание на ковре. Давай. Бал красный, да, время закончилось. Один балл.